И всем привет! Вот, значит, ко мне пошла такая информация, что, я так понимаю, завтра утром, либо в течение завтрашнего дня, либо в течение, ну, либо в следующем дне, короче говоря, выйдет обновление Subsistence, вот. Что туда входит? Как бы, появляется новый вид оружия, двухстволка. Не знаю, зачем она нужна, ну, может быть, она мощнее. Вот, новый вид патронов. Этот, ну, по-английски слаг, по-нашему это пулевой. Может, он еще какой-то, но это не картечь, в смысле, а именно свинцовая болванка, которая вылетает там в контейнере, получается пластиком, ну, или там, походу, какие-то разные, ну, эти вот, разные модификации есть, в общем, неважно. То есть, более мощный патрон для дробовика, вот, коктейль Молотова. И плюс новое, ну, так сказать, как его, самогонный аппарат, ну, по-нашему, по-простому, самогонный аппарат, собственно говоря, там, где можно гнать эту, ну, спирт, я так понимаю, что с него потом, наверное, какой-то там рецепт есть, как его, ну, собственно, наверное, саму самогонку с маслом смешиваешь, и получается, типа, коктейль Молотова. Что-то можно сжечь. Возможно, даже можно будет выжигать двери. Ну, не тратить тупо, стоять полдня, долбить одной киркой, чтобы вынести хотя бы одну деревянную дверь. Я уже не говорю про железную. Ну, в общем, как-то так. Это все, что мне удалось узнать пока что. Вот, ну, и все. Так что всем спасибо за просмотр, и всем пока.